Автор ролика не призывает вас к ненависти. Данная видеопостановка, а все участники – актеры. Я сам с Румынии, город Ящ. Я понял. Как понял? У тебя там тоже вообще за флаг Молдовы. Я понял. Ну, ты сказал, я запомнил. Ага. Угу. И вот как ты относишься, например, к такой стране, как Румыния? Нормально. Хочешь, чтобы Приднестровье обратно вернулось в Молдову? Ну, это как бы есть Молдова и по всем международным договорам и так далее. Но чтобы Приднестровье обратно соединилось полностью в Молдову, а Молдова в Румынии, все будем в Румынии? Мне, честно, нет. А почему? Потому что меня устраивает, что Приднестровье в Молдавии, а Молдавия — это там, где Кишинев, все это, ну, чтобы ничего не менялось. Я так понимаю, что ты украинец, так? Да. А ну, что с мне, расскажи на украинской мове, а то я уже забыл, как там приднестровские украинцы размовляют. Я по-украински не очень. Да, с Одессы. Там Молдова пишет, какая Одесса. Я вообще родился в Тирасполе, в Приднестровье, а жил в Одессе, в Украине. А, не, ну в принципе, да, я даже не удивлен. И смотри, помнишь войну 92-й год? Ну, я не говорю, что ты там был или как-то участвовал, но вы в истории в Приднестровской учили этот момент. Да. И там же говорят, что вот плохие молдаване, румыны напали на бедное Приднестровье и очень плохие вещи хотели делать. Ну, это же бред, ты же понимаешь это. Ну, таких идей не было, просто... Ты же понимаешь, что Российская Федерация, это государство, оно влияет на государства, которые были в бывшем Советском Союзе, таким образом, в основном на те, которые ближе к Европе, чтобы они не могли евроинтегрироваться, как, например, Прибалтика сделала, чтобы на наших территориях не было базы НАТО, чтобы мы не были в Евросоюзе и так далее. Ты же это знаешь. Ну, у тебя там, наверное, кто-то молдаван, кто-то украинец, да? Да, у меня папа наполовину молдаван, наполовину украинец. А мама? Украинка чистая. А, ну да, это понятно. Я понял. И смотри, а вот твои родители, они знают же, что сейчас идет война в Украине против России. Мало знает. И они какую сторону поддерживают, украинскую или российскую? Они никакую не поддерживают. Как это? Ну, как можно никого не поддерживать? Они поддерживают Украину. Только что ты сказал, что никого не поддерживаешь, сейчас уже Украина. Мама поддерживает. Мама за Украину? Да. А батя? А батя нет живых. А, извини. Сочувствую. То есть твоя мама за Украину, да? Да, но она сама украинка. И тоже обидно в то же время, что Россия, это как бы наши собратья, нападают на них. Ну, это бред. Россия, это все, этот Порошенко развязал всю эту войну. Что Украина воюет с Россией, это как бы и тоже обидно. О, ну так хорошо начиналось, теперь же Порошенко развязал войну. Ну, чувак, Порошенко отнял Крым, да? Нет, это как было, Хрущев 60-х украинцам продал Крым. Боже, так хорошо начиналось, продолжай. А Путин выкупил эту страну, ну как выкупил, забрал. Ну, или Порошенко, ты же прекрасно понимаешь, что ни одно цивилизованное государство не признало то, что Крым — это Россия, и не признает. Но сейчас оно признали, сейчас Крым в России. Ну, Крым в России, но не признали, вот не, он не признан, в России находится. Ну да. Это был в Украине, ну как, на территории Украина была в Крыму, на территории Украины, а сейчас в России. Ну, все... у тебя какая мысль, Крым вернется или нет? Крым? Куда, в Украину? Ну, конечно. Нет. Ну, смотри, я же тебе повторяю, ни одно государство, то есть государства, которые вот цивилизованы, они не признали то, что Крым — это Россия. Крым — это Россия только по российским законам. По, например, ООН, знаешь, такую организацию Объединенных Наций, ну, в школе учил по-любому. Так да. Она не признала то, что Крым — это Россия. По резолюции ООН, Крым — это Украина. Так и остается. Многие государства высказались то, что Крым — это до сих пор Украина. Да, есть государства, которые, опять же, признали то, что
Крым это Россия. Ну, давай перечислим. Это Сирия, это Афганистан, потом какие еще страны? Куба, Северная Корея. Я ничего не имею против культуры людей, которые в этих странах живут. Нет, я имею против именно государств, против властей этих стран, потому что они издеваются над собственным народом. Вот в Сирии. Ой, ну в Сирии понятно, там Асад и так далее. Про это не обсуждаем. Северная Корея, Куба, например. Вот с ихними диктатурами. Именно как государство, то они плохие. Как народ, я ничего не имею против этого народа. Вот. А ты тебе сколько лет? 17. Понятно. Ты еще учишься в школе, да? Нет, я закончил школу, 9 классов. И дальше что будешь делать? Не знаю, сейчас пойду на курсы токаря. А ты как, собираешься в Приднестровье учиться или куда-нибудь дальше? Я в Одессе живу. Ну там же пишет Молдова. Ты сейчас в Приднестровье, да? Сейчас я в гостях в Приднестровье. А, на Новый год, да? Да.